Привет! Привет, дорогие друзья! Вы знаете, когда я обращался к Европейской солидарности, в частности, и говорил, давайте пиарьтесь, так как мы, да, там что-то делаете, там передавайте, но я все-таки имел в виду, ну, кое-что другое. Потому, Петр Алексеевич, это как бы хорошо, то, чем вы занимаетесь, отлично, с учетом того, что вы были президентом, и теперь передаете 5000 продуктовых наборов. 5000, да? За допомогою фонду Петра Порошенка організували, і вже завтра, і післязавтра будемо тут, в офісі, запаковувати 5 тисяч продуктових наборів. І там весь бомонд, весь упоротий бомонд, і вони говорять, ой, все, як в 2014 году, і так далі. Внезапно там всі віпи. Тут зараз клеїть коробки Таня Чорновол, яка у неї вже нога, в принципі, загоїлась, ще є така, такий тип. А вон как раз-таки Владимир Вятрович идет. И вы знаете, как-то так вот, вот реально. И вот такие высокого полета люди, такие как Вятрович, где-то там за облаками, стоят самыми обычными смердами. На Майдане. Вот все кажут, бачите, все кажут, что нагадает 14-й рік, что нагадает Майдан. Я вот только не могу понять, это реально вот столько людей, вот это вот все движение, 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 движение из-за 5000 продуктовых наборов. Ось Таня Чорновол тут працює теж з усіма. Тані, як твоя нога? Доброго дня, добре. Розминаю ногу. А вон і Погребінський, помните, який на стадіоні нападав на людей, які пытались Порошенко вопросы задавати? Вот і он здесь. Погребінський, будь ласка, на пару слів. Олександре, враження які у тебе? Робоча атмосфера. А тут, знаєте, от Погребінський розказує. Внезапно, откуда он взялся? Может, он там и стоял? Петр Порошенко! Деякі з них навіть не мають грошей для цього. Тому ми зараз і робимо. Добрий день, Петро Олексійович. Дякую, що ви сьогодні з нами. Це круто, що ви все це допомогли організувати. Так по-простому, по-обичному, з охраною, з личним фотографом. Ну, от знаєте, от... Как-то чувствуется единение это, да? Уже больше 2000 людей долучилися финансово до цієї акції. И это дозволит нам наступні 5000 зробити виключно за ваші кошти. Ви круті, ви молодці і слава Україні. І от, когда вот это все смотришь, да, ти понимаешь, что они могли бы попиариться, потому что Порошенко миллиардер, долларовый миллиардер. То есть они могли бы попиариться, выдав там такое определенное количество денег, но они собирают деньги. Вот что интересно. Они собирают деньги с населения и говорит, благодаря вам следующие 5000 мы еще можем отправить, потому что вы присылаете нам деньги. Это говорит миллиардер долларовый, который устроил из отправки 5000 долбанных продуктовых пакетов пиар, ну, 1500 уже сюжетов вышло на его каналах. Вся страница Европейской солидарности забита просто сообщениями. Мы отправили, отправляем, отправляем, отправляем. Сейчас вы увидите. А ще ви там можете побачити експериментальну версію нового костюму. Костюму, який вчора ввечері прибув з Китаю. Про експериментальну версію костюму. Вона експериментальна, звісно, все таке, але вона бумажна. Да? Бумажна, одноразові костюми. Закупили. Благодаря Кириллу Тимошенко от «Слуги народу» до цього піарнулись на Шустері, да, об этом выставили этот костюм, и теперь все показывают, как чудо чудное, великое. Это делает миллиардер. Ось тут и Петро Олексійович, до речі, долучився з родиною. Я якось не помітила, як він прийшов, чесно кажучи. Долучився так само, без всяких, знаєте, оцих там Петро Олексійович прийшов, просто став і почав допомагати. Ну, конечно, без всяких с личным фотографом и с оператором личным. Ну, это, знаете, так без всяких вот этих пафосов там с оператором. А еще, чтобы на него не напали лохи, которые вместе там с ним стоят, так еще и с охраной. Это такой остановка единения, правильно, как на Майдане, да, они говорят. Оскільки зараз замінили макарони на кукурудзяну крупу, я думаю, що вже 8 кілограмів коробка важить. То було слишком по-богатому, тому що вони туди ложили макарони. Теперь заменили на кукурузную крупу. Тоже ничего. Если с водой развести. И ось там его складывают. Спочатку борошно, потом кладут цукор. Потом они туда какую-то сгущенку из пальмового масла и бутылочку олии. А что еще животным надо, как бы?
Развел кукурузную этим самым. Я не говорю, что это мало или это плохо. Я говорю о том, что это миллиардер устроил из отправки 5000 продуктовых наборов. Самое интересное вы еще дальше увидите, да? Пиар такой, что... Петя, я не это имел в виду. Ти що, з ума сошов? Крупа кукурудзяна, та, ну, яку ми замінили макарони. Вже треба поповнювати запаси. Носять хлопці продукти сюди, щоб... Ну і солоденькі, вони туди ще й рошенку положили печенье. Погрызть. І також ще одне солоденьке, такий приємний бонус, це рошен печиво, те, що до кави. Рассылают, я вам скажу, ну много. Ну вообще, насколько много можно разделить 5000 продуктовых пакетов, как вы думаете? Ось Полтава 250, бачите, доставлено. По 200 наборов в Полтаву он доехало. 200 наборов, вы представляете, 200 людей получили наборы с Алиной. Кукурузной, короче, этой самой. То, что делает Порошенко, ну во всех государствах, это вызвало бы, я не знаю, ярость. То есть вот это бы вызвало просто ярость. Но я вам больше того скажу. Это вызвало бы ярость, если бы это делал миллиардер. А что бы это вызвало, с учетом того, что этот человек еще 5 лет был президентом и, по сути, довел народ до того, что они теперь им отправляют вон банку сгущенки. Да? Вы знаете, скончался, к сожалению, скончался модельер обуви. Очень известный, хороший, да, пожилой человек, достаточно в возрасте. Так вот он 100 тысяч евро отправил просто так, и регулярно помогал, не будучи миллиардером, он не миллиардером был, и регулярно помогал деньгами, больницам, да, там, оборудованием, все такое. 80% этой информации узнали после его смерти. Ну, я была в шоке, когда побачила, значит, Петра Олексійовича, який підійшов до блогерів. Це було дуже прикольно. Странно. Так он же у вас там с вами постоянно стоит. Вон любимая собака Гайдукевич. Рассказывает, как надо ориентироваться вообще, сколько наборов отправляют. По олені. Завантажено машинку. Ну, скільки лишилося за сьогодні, можна орієнтуватися за олією. От скільки олії, стільки коробок має бути. Тому що олія вже вся сюди завезена. Да, давайте теперь посмотрим на олію. Так, виявляється, значить, треба орієнтуватись по олії. Я її не знала. Ходімо, подивимось, скільки залишилось. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В одній упаковці 12 пляшок. Ну, приблизно от можна оцінити. А вот начало этого всего движения, в котором участвовали 200 человек и попиарились, по-моему, все представители Европейской солидарности. Ну вы же видите, что они еще делают. Мало того, что скотч специально сделали, Европейская солидарность, чтобы было понятно. Внутрь вложена там такая бумажка, памятка, Европейская солидарность. Я думаю, что на каждом продукте Европейская солидарность. Но этого тоже маловато, поэтому они еще наклейку мастырять на саму коробку «Європейська солідарність». Це соняшникова олія, яка буде поміщена, згущене молоко. Всі терміни придатності вже називала, але назву ще раз. Все абсолютно свіженьке. Здесь вона описує, як люди відносились до того, що їм давали печеньку рошен і кукурузну крупу. Ми, коли їм передавали ці продукти, люди щиро були, по-перше, здивовані, ну, що це дійсно насправді трапилося. А по-друге, вони були дуже вдячні. Вони реально казали ті слова вдячності, що... Я не все еще просто назвал, потому что, ну, как это, лента, потом там бумажка внутрь, наклейка, Европейская солидарность, 100-500 сюжетов, надо еще подписать на коробке. Вот, к примеру, да, вот смотри, на бабушка, видишь, каждая коробка еще и подписана. Ну, каждая, которую дают на камеру, это понятное дело. Вот это вот, к примеру, подписано «Все будет хорошо», София Федина, видите. А вот бабушка сидит, видите, еле ходит, наверное, его. Бабушка, на коробку. Держи коробочку. Смотрите, ровно приехала. 200 продуктовых наборов. Ого-го-го, 200 продуктовых наборов. А теперь самое интересное, самое главное в этой всей истории. Итак, самое вкусное. На данный момент мы перевалили за миллион. Все мы помним, пару дней назад был пост о том, что благотворительный фонд Порошенко опять же поучаствовал. 500К, как говорится. Итак, перевожу. Они решили это все делать еще и за деньги, ну, лохов, которые там до сих пор являются приверженцами этой Европейской солидарности. Фонд Порошенко 500К. 500К – 500 тысяч. 500 тысяч – это 20
меньше, да? 20 тысяч долларов? 20 тысяч долларов капнул наш миллиардер. Было получено от них, ну и вы, дорогие мои, помогли нам собрать больше половины ляма. Спасибо огромное. Это все, вот этот весь супер пиар, еще и наполовину за деньги лохов, реально, которые поддерживают европейскую солидарность. А 500 тысяч раскошелился долларовый миллиардер, который имел эту страну в хвост и в гриву. Поэтому мы на вас надеемся. За все денежки, естественно, как всегда, я сварганю вам красивые отчетики. Я ошибался. Я такого даже представить не мог. Когда я говорил, что это вызвало бы там осуждение, да, потому что, ну, ты что, ну, как бы ты устраиваешь пиар из чего? Из продуктовых наборов, да? Вот. Являясь миллиардером. Потом я сказал, что являясь миллиардером и будучи еще бывшим президентом. Но я не мог представить себе, что наполовину долларовый миллиардер устраивает это за средства своих сторонников, еще и говорит, давайте, давайте, присылайте еще. Ну, я же поэтому и говорю, что, Петя, когда я говорил пиарься, но все-таки не это имел в виду. Не, все-таки не это.